Приветик всем, снимаю видео о своих небольших продуктовых покупках. Как-то по случаю зашла я по ходу дела, что называется, в Пятерочку и Перекресток. И давайте посмотрим, что купила. В Пятерочке мне показалось очень неплохие яблоки, которые, конечно, называются Гала, как же еще. Будем надеяться, что это действительно Гала. Кажется, 129 рублей за килограмм. Я взяла 4 яблока просто попробовать, что это такое. Это вообще пригодно или нет. И похоже ли это на галу. Ну, в общем, не помешает. А, помидорки. Помидорки, помидорки. Куда же они тут делись? Пахнущие эти фламенко. 180 рублей за килограмм. Цену буду называть приблизительно, насколько запомнила. Потому что куда я делала чек, я не знаю. Вернее, чеки, их было 2. В общем, я взяла 3 помидорки. Я по много никогда не беру, потому что они достаточно быстро вянут. И лучше всегда купить свеженькое, чем набирать. А для мамы купила ее любимку. Это соломка сдобная с ароматом ваниль. Бывает еще с маком, это она не любит. А вот с ванилью обожает, это жуковский хлеб. Это ассортимент магазина «Пятерочка». Я что-то как-то его не встречала. Может быть, он еще где-то есть. Но покупаем всегда в Пятерочке. По-моему, где-то 49 рублей, что ли, она стоит. Ну, как-то так. Или чуть меньше. Огурчик я взяла в Пятерочке. Вот такой вот, по-моему, 70 рублей. Global Village. Очень даже такой плотный. Весь крепкий, весь из себя. Огурцы сейчас тоже не хранятся, тоже много не берем. И последнее, что я взяла в Пятерочке, это муку. Закончилась дома мука. Мы всегда покупаем муку от Макфы. И всегда только маленький пакет, потому что выпечки у нас, как это сказать, в производстве очень мало. В основном мука идет на какие-то хозяйственные нужды, там добавлять к соусам, обваливать там что-то в этой муке. Или же печь блинчики. Причем блинчики у нас пекут только мамы, моя или мужа. Я этим вопросом не занимаюсь. Вы меня спросите, почему? Потому что не умею. Муж говорит, а научиться что? Говорит, не судьба. Я говорю, не судьба. Я уже пробовала неоднократно и не один год. Ничего у меня не выходит. Я уже сдалась и сдались, и мама тоже. Как бы говорит, ладно, нам как бы не в лом, мы испечем блины. Ну, в общем, купила эту муку. Язык заплетается. Около 50 рублей она, по-моему, стоила. 40 с чем-то. Я не помню, что. То ли 45, то ли 48. Ну, где-то так. Это вот все, что было куплено в Пятерочке. А до этого я была в Перекрестке. Сначала я купила помидорки там. И если помидорки в Пятерочке, эти же фламенко, стоили 180 рублей... то в Перекрестке они стоят 280. Ну, я была сначала в Перекрестке. Что делать? Так получилось. Скидка была на сливочное масло. Я, конечно, сразу же взяла. Моя любимая, Брест-Литовск. 82,5%, 160 рублей. Я бы не сказала, что это какая-то супер выгодная цена. Ну, нормальная. За 160 взять можно, сколько-то пачек я набрала. Так, и ладно. А дальше буду караулить скидку. Может быть, она где-то будет более праздничная. Извините, шуршит. Взяла свежий хлеб, прям свежайший. Это щелково, и белый, и черный. Так, да. Вот. Ну, выбирать особо было не из чего, но как-то вот это наилучший вариант, по сути дела. Ну, по крайней мере, в отношении черного. А в отношении белого мы еще берем с черемушек. Иногда бывает. Или пека. Да, или пека. Вот. Ну, что было свежее, то и взяла. А огурчики. Да, огурчики это тоже были куплены в Перекрестке. Вот такие вот. Это единственное, что было более-менее приличное. 250 рублей подложка. Не знаю, какой тут вес. Грамм 400, наверное. Где-то так. А для мужа купила перчик. Он обожает вот этот вот маленький перчик. 139 рублей. Он стругает его куда угодно, и во вторые блюда, и в салаты, и в суп. В общем, я не знаю, разве что только не грызет целиком. Да, обожает это дело, я, извините, нет, ни при каком раскладе. Перчик, извините, шуршит все, куда деваться.
280 рублей, очень приличный перчик. Взяла тоже опять-таки один, потому что предпочитаю лучше каждый день там зайти и купить что-то, чем закупаться и портиться. Ну, по крайней мере, в последнее время. Вот именно так все это дело обстоит. В общем, хороший перчик. Что-нибудь из него симпатичнее я сделаю. Наверное, надо будет мясо потушить. Муж меня просил, говорит, возьми водичку. Я говорю, какую? Он говорит, я понятия не имею, какую. Говорит, возьми, говорит, боржоми, говорит, а дальше там посмотрим. Говорит, ну или если что-то новенькое появилось. Ну, вернее, новенькое, это старенькое. Потому что, говорят, сейчас возвращается минеральная вода французская. У меня, в общем, французская или еще какая-то там, в общем, Сан-Пеллегрино и еще какие-то марки. Ну, я говорю, пока вот в магазине я ничего не видела. В общем, взяла это боржоми, 145 рублей бутылка стоит. Здесь не самый большой формат, 750 миллилитров. В общем, 145 рублей. Я взяла пару бутылок, думаю, на вечер хватит. Да, так дальше видно будет. Я купила сушки. Есть такая у них марка, зеленая линия. И там чего только нет. И меня заинтересовали вот в этот раз именно сушки. В общем, мы очень любим сушки, но проблема вся в том, что невозможно найти простые сушки. Вот прям совсем простые. Все сушки, даже которые называются простые, они все равно содержат а. сахар и б. растительное масло. Меня это просто убивает, честно говоря. Я в детстве ела сушки, там не было никакого масла и никакого сахара. Я не знаю, ну что это за муть вообще? Ну, короче, по крайней мере, я нашла без сахара, потому что я сушки вообще не ем. Ну, как бы, да, меня раздражает этот сахар, я не могу там никакие ванильные, никакие другие. А, в общем, посмотрим, что это такое. Действительно ли они не будут сладить? Посмотрим, как это будет выглядеть. Стоили они где-то в районе 60 рублей, вроде бы, кажется, так. Я не удержалась, я купила свежий багет. Ой, хрустит. Не хрустит, трещит бумага. В общем, этот стандартный багет. Наверное, он стоил 40 или 50 рублей. Я не помню. А очень хороший он получается, этот багет. А вообще багет из пятерочки. Вот я на него смотрю, багет-то из пятерочки. Я еще думаю, с каких-то пор в Перекрестке хороший багет заявился. Да, появился. Нет, ну, конечно, из пятерочки там очень вкусные багеты пекут. У меня мама просто большой любитель этих багетов, и поэтому она как бы всегда в курсе, где нужно багет брать, а где нет. Кстати, вот в Ашане омерзительные багеты просто. Ну, по крайней мере, так мама утверждает. Наконец-то я нашла то, что давно искала. Как-то был какой-то ролик, где речь шла про цикорий. Наверное, это были покупки с Wildberries и Сазона. В общем, мне написала Леся. Леся, привет тебе большой. О том, что один из таких прям шикарных вариантов – это цикорий. Вот Перекрестка просто. Вот, наконец, я его нашла. Я просто замучилась, я не знаю, бегать, но нет нигде его, и все. Ну вот, наконец, поймала. Большая радость, 70 рублей стоит упаковка за 100 грамм, в общем, даже бюджетная. Если понравится, значит, вернусь и куплю еще про запас, как бы так. Надо пускать, здесь лежит. Не удержалась и купила мандаринки. Вот такая вот подложка стоила 250 рублей. Особенно меня радует надпись, но вот насчет сладкие невозможно проверить, да, а вот это вот крупное, это, конечно, смешно, потому что ничего крупного у них нет. Кто решил, что это крупное, я не знаю. И последнее, что я купила, это то, что я не так уж часто я бываю в Перекрестке, но если я туда попадаю, я сразу же непременно иду к стеллажу, который для меня самый интересный. Вы не поверите, это стеллаж, где продаются вот такие вот сэндвичи. Знаете, треугольные, там два сэндвича. Все зависит от магазинов, где-то больше выбор, где-то меньше, но вообще они в огромном количестве, там и черный хлеб, и белый хлеб, и огромное количество начинок всяких разнообразных. В общем, самый невообразимый для меня вкус, который очень редко поймать, это сэндвич с ростбифом и соусом с аджикой. Какая же это классная вещь! 250 рублей стоит эта упаковка, калорийность тут аж 450, так что уж если поел, так поел по полной программе. В общем, когда-то давно, это было очень давно,
Ехали мы в Сапсане, в Питер, и, в общем, хотелось есть. А я в дороге всегда обязательно покупаю еду, и не знаю, откуда у меня это такая традиция. В общем, короче говоря, мы с мужем взяли, в общем, эти сэндвичи. Да, муж как-то не проникся, он говорит, нормально, говорит, ну и все. А у меня такая любовь, у меня такая привязанность. И вот каждый раз, когда я покупаю, у меня такое впечатление, что я сижу в Сапсане и еду в Питер. Вот честное слово, это просто такое вот, как я все время шучу, говорю, билет в Питер за 250 рублей. Таких цен просто нет. Ну вот серьезно, вот, я не знаю, просто ассоциации такие. Но это то же самое, знаете, как муж у меня все время смеется, а вот для него такой вещью служит томатный сок. Томатный сок – это борт самолета. Вот просто вот ассоциативная связь, она напрямую. И никак иначе. Дома этот томатный сок – это совсем не то. А вот в самолете он просто, это знаете, как муж говорит, напиток богов просто-напросто. Хотя это всего лишь обычный сок там марки «Добрый», условно говоря. Ну, вот такие вот покупки были совсем небольшие, но более-менее как нужные, ну и вроде как приятные. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.